Добро пожаловать на наш канал Hardcrest Info. В данном видео я вам расскажу, как настроить разрешение видео на устройстве Infinix Note 40 Pro Plus. Для этого зайдемте в приложение «Камера» и выберем пункт «Видео» внизу. Затем в правом верхнем углу будет наше разрешение камеры. Можно выбрать 720, 1080 и 30 FPS, 1080 и 60 FPS, либо 2К и 30 FPS. Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал и до новых встреч!